Друзья, всем привет! В этом видео хочу вам показать работу нашего сканера. Я сейчас нахожусь на одном из аккаунтов, где торги идут уже 2 дня, с 18 марта. И буду каждую неделю показывать вам статистику торгов и что у нас получилось на данный момент. Итак, мы сейчас видим наш портфель на главной странице. В принципе, видео по обзору сканера достаточно много, поэтому на этом акцентировать внимание не буду. У нас общий баланс практически 10 тысяч долларов. Если мы зайдем в портфолио, то мы увидим, что у нас он примерно в равных долях разбит по разным биржам. Вот мы видим, что у нас здесь мы можем покупать, продавать различные монеты. Нам это не совсем интересно. Арбитражный трейдинг. У нас есть две настройки. Одна настройка у нас идет под валютную пару, то есть доллар биткоин, доллар эфир, доллар лайткоин и доллар рипл. Здесь участвуют две биржи, Эксмо и Кракен, то есть на валютные пары мы рекомендуем брать именно эти биржи. Вот. И настройки вы можете посмотреть, как здесь сделаны. И в принципе, если вы поставите на автомат, то у вас все постепенно будет работать и показывать хороший результат. Вторая настройка у нас сделана для бирж Binance, Bittrex, HitBTC и Huobi. И здесь монеты, которые есть у нас в портфеле. То есть это криптовалютные пары. И по настройкам здесь тоже вы можете посмотреть. Сейчас она немножко подтормаживает у меня программа. Сейчас я спущусь вниз. Вот все настройки, которые рекомендуется делать для криптовалютных пар. Вот. И в принципе, здесь тоже все у нас хорошо работает. Это мы закрываем. И сейчас я вам покажу статистику. Как выбирать монеты? Здесь вот в разделе «Дашборд». Ну, у нас есть обучение, да, но я коротко скажу. Мы заходим в арбитражный рабочий стол. Сейчас у меня подлагивает программа немножко. Арбитражный рабочий стол. И мы видим вот такие столики, столбики, где у нас показаны монеты. Вот, допустим, биткоин, доллар. Если мы посмотрим вот здесь вот в строке, да, то это Bittrex Exmo. В основном это Kraken Exmo, да. То есть мы видим, что на Bittrex у нас биткоин стоит дешевле, на Exmo в данном случае дороже. То есть если на сегодняшний день смотреть, то можно на Bittrex завести доллары, чтобы купить биткоин, на Exmo завести биткоины. И тогда произойдет арбитраж. Можно делать это с Кракеном и Exmo. Вот. И вот так вот вы по каждой монете смотрите. То есть там, где дешевле, туда вы заводите биток для того, чтобы данную монету купить. Или доллар, если это касается валютной пары. Да? А там, где дороже, мы по сути заводим ту монету, которую нам надо продать. Вот, то есть я думаю, что здесь смысл понятен. И вот у нас Trade History. То есть за 2 дня с 18 марта, сегодня у нас 20 марта, с 3487 долларов, то есть у нас не весь депозит работает, потому что мы еще не все монеты подключили, вот, у нас сделало почти 4%, 144 доллара доходности. Здесь, конечно, эта статистика, она не объективная, сразу скажу, потому что, ну, объективная статистика, она реально, ну, где-то за полгода. Но многие просят, дайте нам статистику, дайте нам статистику. Ну, хотите, ждите месяц, хотите, ждите полгода. Ну, лично для меня, как бы, уже достаточно примеров, что это все работает. Некоторые сделки здесь еще в стадии закрытия. Вот, допустим, если мы возьмем GNT Bitcoin, посмотрим, как это все работает. Вот на 100% сделка закрылась, то мы сейчас посмотрим, как это произошло. То есть на Binance мы продали GNT по 27.48, на HitBTC мы купили дешевле по 27.37 и сделали дальше обратную операцию. 27.4 продали, за 27.42 купили. Вот, то есть наоборот, да, то есть, ну, мы видим, что у нас здесь доходность 0,35%, вроде бы немного, но поскольку за один день арбитражный робот делает много таких сделок, соответственно, и доходность такая же. Вот мы видим, что у нас торги начались, по сути, 18 марта,
Здесь еще не все сделки закрылись, но, естественно, когда рынок сработает волатильно, потому что арбитраж закрывается не сразу, не в один и тот же день, да, то есть как бы открывается позиция в определенный день, дальше рынок играет и закрывается там обычно через 2-3 дня. Все зависит от настроек, но те настройки, которые я вам показал, в принципе, они нормально работают в течение недели ваш арбитраж закрывается и прибыль фиксируется. Поэтому дальше будем наблюдать, как все работает, друзья. Все, кому нужно обучение по подключению данного сканера, кто уже купил себе данного сканера и не знает, как его настроить, обращайтесь ко мне, мы все покажем, расскажем, и каждую неделю я буду делиться с вами результатами. Друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Я сразу скажу, что я не профессиональный трейдер, поэтому буду работать как чайник, и как чайник буду показывать вам результаты. Но результаты меня, в принципе, радуют, да, то есть все работает на автомате, мне вручную делать ничего не нужно. Единственное, что нужно сделать, это правильно сделать настройки, правильно выбрать биржи и правильно выбрать монеты, потому что для валютных пар, для доллара и для евро работают лучше всего Exmo и Kraken. Для криптовалютных пар работают вот эти биржи: Binance, Bittrex, HitBTC и Huobi. Вот, у нас биржи еще будут дополняться. Вот, и дальше мы будем все вам уже по стадиям рассказывать и показывать. Всем до новых встреч, друзья. Пока.